Пролегал длинный, великий водный путь от Ниншанс до Твери. И водный путь этот пролегал именно по этим землям, где сейчас я нахожусь. А сейчас я стою у остатков огромного каменного моста, который был перекинут через эту реку. Вода ушла в результате ядерной катастрофы, в результате войны между двумя цивилизациями. И остатки предыдущей цивилизации, которая жила на этой местности, теперь именуются как угодно, только не тем, чем они на самом деле являются. И сейчас остатки моста, которые выглядят как мегалитические развалины, с чьей-то легкой руки стали вдруг называться каменной кузницей. То, что вы сейчас увидите, не что иное, как остатки караульных помещений, так как, возможно, эта территория была приграничной. Точно такие же караульные помещения можно увидеть в Василёво, внутри каменного моста. Если кому интересно, могут проехать в Василёво, Торжокский район, и посмотреть на этот мост, который засветился в начальных кадрах фильма «Ночной дозор», и воочию посмотреть и руками пощупать эти самые караульные помещения. Thank you.
Каким же образом я могу доказать то, что это действительно мост, а не кузница, и что здесь действительно всего каких-то 200-250 лет тому назад протекала мощная река? Да очень просто. Если посмотреть на характер растительности в том месте, где эта река протекала, очень легко можно увидеть именно те деревья, те травы, те кустарники, которые характерны для произрастания по берегам рек, по берегам достаточно крупных водоемов в дикой местности. То есть в местности, где практически нет следов современной цивилизации. Я, можно сказать, сейчас иду по речному дну. Вода ушла из этих мест. Но она ушла не настолько глубоко, чтобы деревья своими корнями ее не доставали. Поэтому классическая, можно сказать, для природы, типичное расположение деревьев, их породы указывают именно на наличие достаточно близкой воды, а именно на наличие остатков воды, которые сохранились и, возможно, продолжают протекать, но уже под толщей земли.